Слышь, кальянчик, а нахуя тебе ебаться и что-то придумывать? Ведь же есть сплит. Просто положи в чашку. Примерно такой рекламный ролик, я бы думаю, зашел компании сплит. Что такое сплит? К чему это? Почему и кто они такие? Я сейчас попробую рассказать. Выпуск, наверное, думаю, будет не очень большой. Потому что у меня на обзорчике только 3 новых вкуса. И с этой компанией я познакомился благодаря этим 3 вкусам. Это у нас Pretty Betty, Jam Master Jay, Jam Master и Tila Manila. 3 новых вкуса от компании Split. Что такое Split? Это чайная смесь для кальяна. Да, опять чайная смесь. Знаете, когда-то я давно говорил, что будущее за чайными смесями. И, как вы видите, даже крупные производители табака выпускают свои линейки чайных смесей. И как бы, а что дальше? Что дальше? А дальше ничто. Сегодня просто поговорим про сплит. Ребятки из Санкт-Петербурга делают продукт сплит. У меня есть 50-граммовые пачки 3 новых вкусов. И я вам скажу, что пачки охуенные. Настолько охуенные, что даже твоя девушка в кровати не такая охуенная, как эти пачки. Чем же сплит так выделяется? Во-первых, у него очень хорошая вкусопередача. На протяжении всего курения, когда я знакомился с этими 3 вкусами, все 3 вкуса просто как один были до талого. Я курил, 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 у меня уже углей не осталось, а ведь... Ставить вторые угли на чашку — это не царское дело. И я такой думаю, блядь, жалко, и ведь еще курица. Короче, смело 50 минут сплит выдерживает. Есть прикольные необычные миксы, которые прям очень-очень-очень. А почему именно есть? Потому что вся линейка сплита состоит из миксов. Это одна из идеологий компании, что ты берешь одну пачку, тратишь на нее, грубо говоря, мизерную цену, забиваешь и кайфуешь. Да, 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 ты прав. В этом есть минус. В том, что в некоторых вкусах, ну вот просто лишний этот вкус. Допустим, возьмем Jam Master. Я его когда прокуривал, я его такой думаю, ебать, охуенно. Апельсин, мандариновый конфитюр. Апельсин здесь получился шикарнейший. Просто апельсин всем апельсином, и ничто не сравнится с этим апельсином. Но мандариновый конфитюр, его и так не сильно чувствуешь, когда куришь. Но он, знаете, вот где-то там вдали подсирает на этот апельсин, и ты такой, да ну нахуй, ну нахуя. Примерно вот так. Микс прикольный. Как они обыграли мандарин, очень здорово. Почему? Потому что мандарины, обычно танжерины, да, так сказать, в кальянном отдают говном бомжа. То есть это говно бомжа, которое прилипло к его жопе неделю назад, успело высохнуть, потом от пота намокнуть и обратно высохнуть и превратиться в кашу, да, такую в лепешку сушеную. Казахи, кизяк. Вот так вот. И ты идешь за этим бомжом, и этот аромат ты слышишь, и он тебе говорит, я мандарин в кальянных продуктах. Примерно вот так. Есть еще один вкус, Pretty Berry, бодрящая лайм-кола с кубиком льда. Вы просто вникнитесь, бодрящая лайм-кола. Ты вот на этом слове кола слышишь, как лопаются пузырьки газов, ну, в стакане кока-колы. С кубиком льда, и ты видишь просто, как у тебя огромные куски льда в этом ледяном стакане, и ты такой, боже мой. Примерно это Pretty Betty. Охуительный вкус. Колу с лаймом обыграли тоже очень здорово. Вкус Tila Manila. Кисло-сладкая чатни из манго и папайи, да? Получилось просто божественно. Вы сейчас скажете, да, вот это заебал, бля, у тебя все охуенно. Нет, мандарин говно нахуй. А вот Tila Manila тоже очень фруктовое, такое прям южное сочетание, да, где-то вот Таиланд, Вьетнам, что-то такое.
и очень сильно подчеркнуто, как будто все вот этим сорбетом из манги. Не совсем спелый травянистый манго, а именно сорбет из манго, типа как у Баскин-Робинса мороженое, поняли? Короче, этот вкус мне тоже очень сильно понравился, поэтому у нас здесь 2-1. Если бы не мандариновый конфитюр, было бы 3-0. Но также у компании есть и куча других вкусов, с которыми я не очень сильно знаком, я их не очень прокуривал, но мне, в принципе, довольно-таки понравилось все. Что я хочу сказать в заключении по этому продукту? Сплит на данный момент, по моему мнению, скорее всего, одна из лучших чайных продуктов на нашем рынке. Не считая, наверное, каких-то гигантов, да, которые уже давно, и, допустим, того же Чебаки. Потому что Чебака всю эту движуху и заварила, так сказать. Заварила чайный пакетик Чебака. Короче. Расхвалил, блядь, жаростойкость. Восстанавливается на ура. Короче, ребятки, если вы тащитесь почему-то чайному, некрепкому, то сплит. А объясню почему. Просто вкратце. Здесь сразу готовые миксы, и они очень круто залетают. По крайней мере, мне залетели. Да, ребятки, я не только курю, блядь, крепко и пиздец. Я курю еще и чаечек. И вам рекомендую попробовать. Потому что в этом есть какая-то суть. Какая-то соль. Особенно по утрам. Кофе. И что-нибудь на чайной основе просто залетает бомба. Так что это чайная смесь сплит. Они, скорее всего, будут на выставке. Так что подойди и прокури, Джем Мастер. И понюхай жопу бомжа. Всем пока, это был Дава Дым.